Выполнив свою задачу, Анубис взял навечно царя Скорпиона себе в услужение. Его армия вернулась в пески, откуда она и пришла. Ожидая в безмолвии того момента, когда она снова будет вызвана к жизни. Египет, 1933 год. Пошла прочь. Они вообще-то ядовитые. Только если укусят. Мне кажется, я была здесь раньше. Это точно. Эви, здесь 3000 лет никого не было, кроме вот этих ребят. Тогда откуда я знаю, куда идти? Если ты была здесь, покажи мне, как открыть. Подержи. Ты начинаешь пугать меня. Я сама себя пугаю. О, Боже. Этим уже не поможешь. Клади его в рюкзак. Давай оставим его здесь. Этим уже не поможешь. Что здесь написано? Тот, кто потревожит этот браслет, будет пить из Нила. Звучит не так уж и плохо. Мама, папа, я все могу объяснить. С пляжами и пальмами, прохладной чистой водой, где подают напитки в бокалах с зонтиками. Звучит неплохо. Слишком неплохо. Ну-ка, правда. Может, там погребена армия Анубиса? О'Коннелл. Что ты здесь делаешь? Нет, не то. Куда они увезли мою жену? Мой друг. Я точно не знаю, но где будет этот человек, там будет и твоя жена. Я знаю его. Это хранитель из Британского музея. Я уверен? Верь ему. Он там провел больше времени, чем дома.